Как стать молодым бизнесменом? То есть, если вы школьник, то вы станете бизнесменом с помощью такой функции. Блин, сейчас только что была война, там всякое такое, я не могу сейчас... Ой, я размышляю эту тему, поэтому, пожалуйста, уберите эту штуку, сейчас я напоминаю мне эту пушку, и сейчас будет что-то происходить. В общем, молодежь хочет стать бизнесменом. И это очень хорошо, потому что сейчас я слышу, блин, самолеты, которые сейчас говорят, война, война будет. Поэтому знаете, что если будет какой-то магазин строить, сразу нападут, если вы со стороны Украины, если со стороны России, то кто знает, что у вас творится. Но немножко я что-то знаю, что-то не знаю. В общем, давайте расскажу историю, вы ее будете размышлять. Я немножко поем, а то сейчас уже традиционно таки, блин, не ем, а смотрю на эту еду и холодную вообще. Поэтому готовьтесь. Можете, да, если хотите прям реально магазин построить, то Россию лучше строить. А именно заводы. Это самое прикольное, ведь если будете заводы строить, будет успех. Если не будете строить, а будете продавать, то не успех. Какие-то копейки будете зарабатывать. Да, но есть четыре периода: зима, весна, лето, осень. Именно каждый период нужно изучить и каждый готовится к этому. Лето у нас там каникулы, отдыхают люди, магазины полно клатушек работают. Имейте в это в виду. Сейчас много программистов, и поэтому идти туда прям без навыка, без знаний никуда не годится. Имейте это тоже в виду. Куда идти? Я рекомендую, если вы реально добрый человек, идите в службу безопасности. Там в Украине есть такая тоже социальная работа, которая помогает людям. Можно выбрать. Это реально поможет именно вам, мне, чтобы узнать, что вы реально за добро играете, за службу, что вы будете. Именно не военную, потому что там воевать и все, и у вас конец уже. Происходит поэтому слишком то просто, поэтому там можете становиться директором и так дальше. И будете управлять. Это будет классно. Если вы, конечно, изучите некоторые материалы, будете знать, куда направлять добро. Это будет самым тяжелым путем, но потом, после этого, вы сможете тоже создать YouTube канал, как я, тоже снимать подобные ролики, неважно сколько вам лет. Мне уже скоро 20, поэтому это слишком быстро происходит. Помню, 5 лет назад играл игру, снимал игру. Теперь уже через 5 лет вперед. Будем продолжать снимать такой контент. Возможно, если вам не понравится, то снимаем более-менее что-то интересное. Не знаю, что вам сказать, поэтому пиши комментарии, чтобы точно я имел 10 вопросов и отвечал на каждый из них. Ну, в общем-то, понятно, что идти работать или стать молодым бизнесменом можно в интернете, потому что самая безопасная функция, если Google имеет функцию. А именно, Google книги. Google рассылки, почты, всякое такое. Всякое такое, блогинг. Пока что мало конкуренции, я прям иду туда катушками, в общем.
пытаюсь туда влезть, не получается, не пускают. Окей, я иду в Яндекс.Дзен, пускаю только временно. Капец. Да, есть другие страны, которые занимаются Китаем, там делают, наверное, самурайские вещи, снимают или что там делают. В общем, нужно разъяснить эту тему. Япония там у нас красивая страна, они свои праздники. Можете, вот если вам хочется стать блогером, поехать в Японию снять то, что вы любите. То, что там есть интересно. Японии капец интересно. Будет и вам интересно, и всем. Да, столько что-то я не еду. Наверное, потому что я вакцины боюсь. Боюсь вообще. Ну, как так вот, в общем-то, из молодого бизнесмена можно стать предпринимателем, или из молодого бизнесмена можно учиться, потом учить знания, становиться чем-то еще и так дальше. И вообще там молодым бизнесменом ваша именно цель. Вы сможете что-то еще изменить, такое именно интересное. Могу еще привести пример. Например, если вам там 15, вы сможете инвестировать. Да, я снимал уже ролик об эту тему. Как начать инвестировать в биткоин, криптовалюту, доллары, инвестиции, депозиты. Смотрите мои ролики, в принципе, будет понятно. Да, именно так вот. Можете тоже этим делом заняться. Поэтому занимайтесь, рисуйте, трудитесь, творите чудо. Потому что чудо творится из человека, чудо. А возможность дается только тем людям, которые дают они себе. Ну или именно вам дают возможность выше, там всякое такое. В Украине дают возможность войной. Поэтому, если прям вдруг кто-то остался, вдруг смотрите вторжение, но уже прошло, но я снимаю потом попозже. Так на потом. Главное тут узнать еще функцию. Если тебе так лень, то бери, делай себе самую вкусную еду, которую ты любишь. Если не знаешь, что иди продолжай искать самую вкусную еду, она у всех должна быть. Мы едим кого-то, курим, честно. Мы едим кого-то, мы спим, мы едим, который как будто что-то делаем. В будущем такого не будет. В будущем будут какие-то таблетки, которые ты хаваешь, и все, и ты идешь работать. Будущее такое будет. Подумайте про будущее. Мы не будем спать, у нас будет какие-то уходовать, и все, мы выспались. Будущее интересно, поэтому будьте будущим, конечно, вы там получите какой-то опыт, станете другим человеком, буду вас говорить, люди, вы другой человек, как я почти аж был. Был, я немножко хочу как-то просто вернуться почему-то. Как-то на автомате, когда ты хочешь стать таким другим, потом возвращайся на автомате. Теперешним получается у тебя комбинация бесконечная, но на самом деле ты сможешь потом выйти из нее, если ты реально захочешь снова пойти туда же и вспомнить то, что ты раньше хотел. Поэтому вспомни то, что ты раньше хотел, твоя ты тут, твоя цель там, ты идешь сюда, потом обратно к своей себе, снова идешь обратно сюда, потом тебя выкидывают и на бесконечный круг. И у тебя есть шанс выйти из этого поля, потом полететь обратно сюда и снова в этом круге быть. И у тебя есть реально способы, миллионы, 10 тысяч часов, вы сможете расширить круг, и тем самым не получится у вас там летать. Ура, я богатый, ура, у меня хорошая машина, ура, я там становлюсь бизнесменом. Нет, вы сможете так. Я теперь автомобиль купил. Потому что я этого хотел, там писал к Новому году, там, и думал про это, и будет у вас такое. У нас мир магический, поэтому крутить придется, вот так вот, крутить эту жизнь придется. В общем, понятная тема, всем удачи, всем пока, с вами Макс Прайм. Давай заканчиваем.